Что? Все мучаешься от кошмаров, да? Не могу избавиться от них. Снятся каждую ночь. Они пройдут, вот увидишь. Июля 1839 год. Сегодня я забрал вещи Герберта. Перерыл гору документов, что были у него с собой, и нашел отчет об экспедиции. Там были и сухие заметки, и красочные описания некоторых событий. Я пролистал отчет, пытаясь узнать, что произошло. 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал: «Даниэля вытащили примерно через час. Невозможно, ведь я начал задыхаться уже через пару минут. Как я мог продержаться там час?» Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало чувствоваться отчаяние. Наемные, которых он отправлял на исследование гробницы, похоже, постепенно теряли рассудок. Арабы стали безумны, и Герберту пришлось пойти на крайние меры. В итоге он сам спустился в гробницу и вынес оттуда сферу. Не понимаю, как такое возможно. Если сфера у него, то что за осколки у меня в кабинете? Слава богу, он здесь. Похоже, тайник действительно неплохой. Июля 1839 год. Я собрал сферу. Ночью меня разбудил кошмар. Я был весь в поту и дрожал, как осиновый лист. Я пошел выпить чая. Осколки по-прежнему лежали на столе. И тут каким-то образом я понял, как их собрать. Я взял смолу, которую приготовил для склеивания, и соединил их безошибочно. Сфера получилась именно такой, какой я ее запомнил. Смола даже была не нужна. Собранные осколки вытолкнули ее из щелей и соединились сами с собой. Древний артефакт теперь лежит у меня на столе. У него безупречно гладкая поверхность и идеальная форма. Все это очень странно. Thank you.
5 июля 1839 год. Сегодня я ходил в университет в поисках ответов. Я был в кабинете Герберта и нашел его записную книжку и пару полезных книг. Профессор Тейлор с исторического факультета был очень любезен и многое объяснил мне. Удивительно, но эти легендарные сферы оставили на нашей культуре неизгладимый след. Похоже, они стали основой шарообразной державы, символа власти множества царских династий и в наши дни. А в древние времена сферами владели жрецы. Они считались символом солнца и могущества. Уходя из университета, я услышал ужасную новость. Прошлой ночью был убит геолог сэр Уильям Смит. Всего пару недель назад я был у него в гостях. Глупо, конечно, но меня не покидает чувство вины. Июля 1839 год. Прочел все книги о сферах. Существует множество легенд и преданий о них, но никаких конкретных данных нет. Я написал людям из записной книжки Герберта, но мало чего добиться. Однако сегодня я получил письмо, не похожее на остальные. Оно было от прусского барона. Он не писал о легендах и жрецах в подземных храмах, ничего такого. Письмо было коротким. «Я знаю. Я могу защитить тебя. Приезжай в замок Бренненбург. Подпись Александр. Защитить меня от чего? Я что, в опасности?» Я посмотрел, где находится Бренненбург. В лесах Пруссии, недалеко от Балтийского моря. Это короткое письмо вызвало у меня наибольший интерес и беспокойство. Написав это, я вспомнил о своих кошмарах, в которых меня зовет какой-то жуткий голос. Голос, который описать-то невозможно, словно он звучит из пустоты. Последние пару недель я плохо сплю и постоянно боюсь повторения этих кошмаров. Завтра схожу к доктору Тейту. Может, он даст мне снотворного, чтобы уснуть. Июля 1839 год. Как же я сразу не понял, они все мертвы. Оторванные конечности, разбитые черепа, облезшая кожа. У меня все внутри сворачивается. Что происходит? Сэр Уильям Смит, профессор Тейлор, а теперь и доктор Тейт. Оно идет за мной.
Все из-за проклятой штуковины, что я привез из Африки. Что-то преследует меня. У меня нет выбора. Придется довериться барону. Надеюсь, он и правда знает, о чем говорит. Если нет, то пожалеет об этом вместе со мной. Thank you.
Не забудьте сумку, мне. Не забуду, Герберт. Вроде бы пустяк, зонтик от солнца, но в пустыне без него долго не протянешь. Выглядит по-идиотски. Лучше быть смешным, чем мертвым, уверяю вас.
Зачем вы это делаете? Отпустите меня!